скилл и диспел. Максимальный диспел и максимальный прохил. Думаю, все всем понятно. Ешьте рыбу, дайте фул бафа. РЧ на пол. Я фулка. Танки, берем каждого по боссу, расходимся по разным углам. Мишка влево, Сун вправо, я по центру, первыше его поведу и все. Все, все готовы? Понеслась. Сначала танки разбирают своих. Хилы максимально по центру встали. Каст. Хорошо. Диспел, диспел, диспел. Все ДДР, ДДР встали. Метку. Каст, каст. Диспелим. Диспел. Говори, когда тебе надо диспел, чтобы я не так. Диспелли, готовьтесь. Диспел. Дайте БР по литре, жри банки. Диспел. Точно баф обновить по лифре. Отбежали, разбежались, разбежались. Диспел. Уйди, не бей в лицо, пожалуйста, бей в спину. Прохил танка и диспел. Приготовились, свичнулись. Перехвати ее там и нардам хилам. Гимн кастани. Пернул, кастани гимна МП. Все РДД сразу в ложу, смотрите. Диспел. Руна, разбежались, разбежались. Я умер. Это хуйня сфера, блядь, плюс лужина. Пока нормально. Пока бейте просто. Разбежались. Диспел. А, все, сбежались, сбежались. Килим. Хильте меня, алло, алло. Там хилы далеко упали, если что. Далеко был. Падает. Можно третьего танка тоже в первой пати закинуть? Третьего танка? Да, чтобы удобнее хилить было. А что у нас это? Приз 3К, Рох 3К. Ну и вчера так же было. Ну я просто упал, агро сорвал в самом начале и упал.
А чё ты не напуливаешь? Так я забыл напулить. А там сферка была, мне, блядь, не до напула было. Мне-то надо было все свои бурсты отжать. Вот отжал. Мне в 27 тысяч лицо в ближнего боя прилетело. Бурсты отжал, а руки не прожал. Я как уебал. Да, да, я вижу метку, но типа, не всегда вижу. Самара поносит тоже метку, в каком районе? Какие, синие? Да, синие. Окей. Кроки? Ваня, у меня есть эти знаки, если что? Хорошо. МКЮК, стихари, все остальные. Бейте босса за спиной, пожалуйста. Это надо, все роги должны были запомнить. Бить босса только в спину. Стихарь, не бей в лицо никогда. Если я поворачиваю его лицом, значит ты отошел за спину. Давайте сделаем еще немного по-другому. Сунгард и White Fury, ловите босса, ну, двоих боссов своих, уходите все вправо. Я ловлю буревестника, ухожу влево. И так по часовой бегаем. Ну, ходим по кругу боссов. Лужа вас раскинулась, Лужа раскинулась, я к вам пришел. Лужа у меня раскинулась, я остался у себя на месте. Все хилы, вы сразу встаете по центру. Сразу. Хилы, вы стоите вот в квадрате. Если будете стоять в квадрате, вы будете доставать в принципе до всех. Все, все готовы? Понеслась. Сразу на пол давайте, пожалуйста. Каст. Сейчас ему надо будет забрать каст. Диспел. Вижу у вас руну. Каст, каст. На пол давайте, сейчас опять агро сорвете мою. Диспел. Возле меня. Нет. На пол, ребят, каст. Где вы достаете, да, с позиции? Самара, говори, если вы не достаете. Диспел. Доставали, стой. Метка возле меня. Каст. Стоим. Стоешь? Да. Разбежались, все в разные стороны, по углам. Ну, один умер, хорошо. Добили босса. Второго подведите ближе. Мишка, подводи. После щита все разбегаются по всей платформе. Щит появился, разбежались. Ставь его в центр, идем, ставь его в центр. Диспел. РДД, все по кругу разбежались пока что. Разбежались. Беги, малышка, беги! Сошлись. Далеко. Диспел.
Прохил, ребята, хильц. Геру дайте. Не надо. А что, так забьют? Не забьют? Разбежались. Все, бейте. Бруно. Пока умерли. Диспел. Разбежались. Диспелем. Все разбежались сразу. Раз, два, три, четыре, пять. Пропил диспел. Разбежались. Ближе. Только ближе. Да, сейчас. Я просто ждал, кинет он вроде. Затрулю, дай ПР пожри банки. Вот, он все же кинул ее. Говно. Танк забери второй. Не веди. Да все, уже все упали. Ладно. Там бить не падает. Что, Серега, скажешь? Нет? Да. Не, если бы вот когда Серега сказал Геру дать, мы бы сдали Геру. Мы бы забрали его без вот этого бабушки. Да, правильно. И возможно бы хилы потом высохшие, они захилили бы. Для этого есть пристрик. А вопросик можно по механике самого босса? Давай. Я просто не шарю в ульте сильно. Смотри, а если мы двоих их доведем приблизительно до 30% хп и одного убьем по второму? А он хилится? Нет, хилится. Ну все тогда. Так робот, он тоже при убийстве сердца полностью хилится. Я понял. Окей, давай сейчас попробуем на пол хп у этого буревестника дать, точнее не буревестника, а мастера рун дать Геру под руны. Смотрим, что здесь. Что с ДПС? Да надо просто после смотрите, этого, как... после, после упада руны, нужно, когда стоит уже сфера, все сбежались и туда только давать Геру. Это я знаю, я понял, про что это. Просто смотри, если мы его убиваем, переходим на сталелома, у нас есть 1.5 минуты, чтобы его довести до лоу хп, потом ты умираешь, он регенит себе еще плюс лям, и нам еще этот лям надо за 1.5 минуты сносить, точнее больше ляма. Потому что дебаф будет держаться на втором танке, который он будет бить. И если урона не хватает, это Габелло. Он будет постоянно хилиться и просто будет все дохнуть. При этом он еще будет бить шариками. Неплохо так в лицо. Давай сейчас попробуем на перифазе. Хотя бы если мастера рун убьем, посмотрим, что будет далее. Гера отдается только на последнего большого хейда. Ну, я знаю, что Гера отдается просто на последнего большого, чтобы быстрее его перевести, ну, точнее, быстрее задамажить. На среднего ее не отдают по причине того, что рейд разбегается на зеленый и теряет много ДПС и ФПС. Торико, можно сказать? Че? Я вот с челом общался из КГВП, он, знаешь, какую идею еще сказал? Когда бьем, когда мы убиваем среднего, кого? А, мы же когда среднего убиваем, танк начинает сдуваться. Да. Да. Перед, когда, типа, блядь, не, мало хп у среднего, его кто-то может перетаунтить, ему даст 200% ДПС. 200% дамаги еще. Типа, чтобы не танку этот дамаг шел, а вот ДДш. За 1.5 минуты, он говорит, он прям лопает спокойно. А это ДДшер, выстоит? Да, ну там если прям на секунду. Типа он там дал, и Серега сразу там грипп и все. То он выживет. Мне он говорил, типа, вы у нас, блядь, ДКшники так делали, они выживали. Кто выживет? Он дает дебаф, который, это дебаф висит. Он в любом случае умрет. Кто выживет? Ну, я
Если его там оверхилить будет. Он вешает дебаф, он в любом случае отхилит одинаковое. Нет, я понял, что будет. Ты смотри, ну, короче, ты его таунтишь. Ты его таунтишь, он от тебя дебаф кидает, потом сразу следом кто-то его перетаунт, и ты обратно его забираешь. И вот есть ровно, тогда будет ровно полторы минуты, чтобы забить босса. Так, потому что у него будет делать отвлекающим выстрелом. А Самара не может просто нажать таунт, а потом бабл и в бабле лупить? А, сам ну факт, вот, пускай Самара, он как раз будет кинется. Дамажить. Нет, ладно, все, надо, чтобы он его перетаунтил и убил. Велик какой-то изобретаем, ребят, фигня вот эта. Я понял, что нужно делать, но... Нет. Еще раз пробуем хэм. Все то же самое, РЧ на пол. Сейчас попробуем с Герой. Самара, что не хватает? Подождите секунду, пожалуйста. Алло, меня смотри. Нормально слышно? Да. Да, да, все, можно пульт. Хина, насчет зеленый. Ты не знаешь, когда он ее даст. Он может при касте руны или же при щите. Поэтому все сбегают, разбегаются заранее. Я пулю, пульте. Диспелим. Свет. Все сбежались. Руна в центре. Руна у нас. РТД, не стоим. Руна появилась, а все убежали. Типа, это моя задача вести. И на пол, на пол. Разбежались, танки тоже отойдите от него. Хила БР нете, ай да хил упал. Три панки есть из БР, дай БР. Если нет, то Войд Фури. А, нет, не Войд Фури, Хина. Надо сначала узнать, есть у него вставалка. Не было. Подводи их к центру. Войд Фури. Все с руны встаньте. Когда я перетаун, еще немного отбью. Все, руна закончилась. Рейндж набрали, ждем. Между собой по комнате рассосались. Разбежались. Бросилось, выпрыгнули. Прыгайте, не бегайте, вы урон не будете получать, если вы будете прыгать, ребят. Иди. Представьте, что это лич со сквернением. Все в метку сразу встали и бьем. Пернул, прохилься себя. И Васян, пока стани, сейчас гибну хп. Разбежались, все разбежались. Вот так, хорошо, молодцы. Танка хилим. Отличный трай. Падайте. Меня уронили тоже. Ну, давай, убьем. Изи, вот, пойдем дальше. Полтора часа потратили на все эти хэмы. Лучше просто там по фасту свести и все. Лифри, на третий раз что, мне тоже фору дал? Да я не дамажу.
Да, да, ты. Там MQX десятку выдавал, блин, хорош мужик. Так нихуя себе, конечно, в комбате. Ты прикинь, в лужу встать и как уебать череду. То, конечно, дамаг будет, блядь, миллиард. Ну так, кто тебе мешал? Отца, нет. Даже там говорит, давайте череду. Давайте я сейчас кидаю голосование, кто за hard mod, ставьте да, кто на изи, ставьте нет. Посмотрим, сколько у вас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать. Все. Ну да, изи. Hard mod надо хотя бы ДПС не по 3000. У сколько там у трех людей. И хил айда хил, он слабый еще для хардмода, чтоб хилить здесь. Угу. Ну, где у нас ДПС по 3000? У нас 4 минимум, 4400. Теорик нужен. Не, просто есть еще и другая тактика по хардмоду. Там, в принципе, как бы порядка не важно. Можно убить сначала мастера рун. Точнее, да, мастера рун, а потом бить буревестник. Можно. Типа, ничего не поменяется от этого, армот по-любому будет. Просто, по-моему, у буревестника добавится дополнительный скилл либо шарф вот этот, либо полетка. Точно не помню. Вихрь молнии добавляется. А, да, вихрь молнии. А, это еще можно как-то пережить. Под салом просто его, и все. Но давайте убьем изи мод. Убиваем обычку, потом да, перекур 2 минуты, и потом даст как каток, снесем всех мобов и все. Не курим. Бросаем. Не курим, кстати, я в принципе не курил никогда, поэтому не котов. Не, действительно, может быть холагарно убьем после этого перекур? Да. Окей. Давайте его сейчас побьем. Долго и так почти постояли, потеряли. Сейчас, ну да, сейчас все то же самое, только убиваем сначала сталилома, потом мастера рун, а потом буревестник. Все, даю РЧ на пол. Сейчас я бегу еще. А, ты еще только бежишь? Дайте фубов по ДКшнику. У меня просто прогружалось что-то долго. ДКшник все, ну, вы держите все так же. Как и держали там по танкам мобов. Да, мы держим все так же по танкам. Держим. И тихарь, тихарь идешь со мной, кикаешь косты на буревестнике. Там прямо лягу уже можно в этого, в Велима. Да, пока спекается. Зачем? Или деда Велима. Да, идите в 6 хилов. Бармалео, ты уже респектнулся что ли или что? Сейчас быстро отопьется и все. Хорошо, Бармалей. Блин, у меня друга есть. Погонял Бармалей. Все, все готовы. Понеслась. Я пуля. Спели также не забываем. Тихарь, каст, хорошо. Я следующий, можно про хил? Спасибо. Вара, не вижу раскол. Тихарь, ты следующий на каст. Хорошо, я следующий. Про хил дайте, ребят, пожалуйста. Следующий тихарь. Поднимите тихаря, пожалуйста. Да, я запорол, ты следующий. Руна у нас. Отбегайте, отбегайте, не подбегайте, не подбегайте, отойдите. Теперь забегайте. Тихарь, запоришь каст, мы сейчас он будет кастовать.
Все хорошо, я следующий. Прохилите, пожалуйста. Спасибо. Да, подбай под Витера, и каст. Как хорошо. Руна здесь, у руна. Вы, Мишка, выведите из руны. Я запрыг вас. Каст, хорошо. Геру дали? Все так же, он кастанет на себя щит, все разбежались. Щит прошел. Кастан... кастанет руну, разбежались. Набираем ниндзю. Заслакал меня обана. Он заслакал ее. А, нет. Чуть-чуть. Каст, хорошо. Разбежались от этого буревестника. Отошли буревестник. Приготовились. Разбежались все. Все разбежались. Рейнджу набрали. В текстурах она, если что. Каст. Она вообще не показывает, что она появилась. Она в текстурах. А в текстурах она дамажит? Нет, ее и не видно, и не дамажит. Разбегайтесь. Рейндж набираем, ребят, вы стоите опять все одной кучей. Фартанул Анатолий, пацаны. Выводи. Какой там чудесник шаман каст издевает? Я. Бегите, глупцы. Эд, давай его сюда, в центр. Да, я так и хотел. Все полукругом встали. РДД, все вокруг встаньте, пожалуйста. Милики тоже полукругом разбежались. Хилы тоже дистанцию набрали, каждый между собой. Косты все теперь порим. Затычку свою этот не трать, пожалуйста. От каста вихря. Разбежались, отбежали все от него. Бегите. Ран. Разбежались. Все, этот, по углам все. Только не толпимся, ребята, все по углам. Может, зомби? Маг, глыбы, если что дашь, там... У кого ТП есть, дайте твой ТП, если вы заранее ставили. Тучка, не тучка. Айсбаум, ШВ, не знаю. Все свои сейки прожимки дайте. Не подходим еще. Душит дед, да? Разбежались.
Заканчивайся, амба. Понимаю. МКХ, Раф, понимаю. Ладжи. Гладиатора видно издалека. Сразу добиваем, сразу встали, ушли. Сами не бежим. Вау, 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 вау! О, ступни какие! Для каких? Какой доспех, ух. Жарище. Арго. Давайте... Кто получает? Бека, паладины. Бары, скорее всего. Вар, по-моему, грудак не нужен. Кредит, удар, мастерка. Рольте. Кому нужно именно. Держи. Все, никто больше не ролить не будет. Убираем. Так, Роги. Комбат Роги и коты, да. Скорее всего. Комбат Роги и коты. Рольте. Да. Мишки могут, там мастерство есть. Мне бисовые ступни. Серег, что скажешь, Рагна, раз уже не отдавай, дай их. Ну, я мы ролли постоянно поплюют. Ну, получается, выиграл тихарь. Рагнарос. Я ж тебе сразу говорил, что я одеваю агилу полностью. У нас теперь варка, как агиловский. И, во-первых, да. Тихарь мутик. Тихарь, ты мутик? Тем более. Роли только комбата, ребята. И мишки. Ну и мишки. Тогда Войт Фури. МКЮКС. Торик. Так, так они же Ваня. Они мне... РПБ... Ваня, держи. Мастер. Держи Агила. Отдаю паролу Агиле. Меч. Вары. Блад ДК. Фрост ДК. Все. Ханты тоже нет. А, и ханты. Фросты-то не ролят. А чё, вару тапки? А вару они сейчас бисовые. Аккуратно, ну, кто? О, ну как обычно, кто же выиграет? Печаль, беда. Так и дальше буду бегать с 200-й синей пушкой. Ничего, скоро и в твоём дворе музыка заиграет. Я до вчерашнего рейда точно так же с 200-й синей пушкой бегал. Так что не переживай. Пару раз походишь, что-нибудь да выпадет. Выпасть-то выпадет, а с роли... А чё дед не вылез? О, вылез. Дед, покажись. Агиловский вар, блин. Вот по ступням они чисто ушли, не, ну, не по приору, если так сказать. Я получается, знаю, выпадет зачем... какие-нибудь... Варус выпадет. Нет, вар может собрать себе агилу, потому что там есть РПБ. Это для капа РПБ. Это нормально, это без листе даже есть, кольжа. Дживс есть? А, ну сейчас в данном моменте упадут какие-нибудь силовые тапки или руки, или все что-нибудь такое, тоже на вар, который проканывает, ты их не ролишь. Мишки хуй сосать будут, да? Нет, пока вар, мишки... пока вар по мишкам. Нет, по мишкам я этот... Ну, смотри, вар у нас только один ролит, вот этот, Лагилу. Типа, он, если упадут силовые какие-то с РПБшкой, то же самое, шея, спина или чем такое, он их не ролит. А по медведю я не знаю, какие статы ему нужно. Не нужно. Вот, есть эти то, тапки медведя грамот... нужны были. Объясните, пожалуйста, я сейчас вернусь. Объясни, пожалуйста, так, что будет. Мы через руку идем, правильно? Да, конечно. А касса, пошли сразу в уголок забьемся. Когда ребята, ханты и шая, что делать, это замечательно. РДД, встаньте в шахматном порядке просто у стены, чтобы лучше носить красиво милики, всех иначе ему руку. Как только рука обваливается, ханты кидают две трапы,
РДД все дают сразу на пул по максимуму. Ханты дают на пул. РДД все заливают вот эту кучку мобов, что выйдет, потом все играем в тело. Потом появляется рука обратно в руку. Так все время. Просто не слакаем на лучах, и все будет хорошо. Хантов я верю. Сон, а когда ты будешь начислять ЕП? Пора бы уже забирать шмотки за ЕП и не срутся за шмот. Ну, а тут же есть пухи, есть. Поэтому пока ролимся. Кто там страту есть, кто не знает страту? Плюсики ставьте. Если я правильно вижу, то тут один пуга только. А у нас сейчас перерыв или нет? Нет, мы вообще без перерыва. Бафаемся, всех, кто прибегал, там летит. Добегаем сюда. А где там пуга? Половину рейда лазит? Ребят, давайте в темпе прибежали к боссу, разбафались и будем идти дальше, чем сидеть слакать на одном и том же боссе. Очень много времени теряем на ваших слаках. Меткам сразу рассасывайтесь, посмотрите, как в порядке они стоят. В этом же порядке так бдительно становитесь. Первый ряд между шариками, вторые становитесь на шарики квадратов вот этих двух. Луч появился, развернулись, бросили все кастовать, развернулись, убежали, только не через игроков. Между ними убежали, вдоль стенки бегаете, выносите. Ханты ваши трапы, роги ханты тоже на пулы даете. А кто у нас на мобах стоит, кстати? На мобах стоишь ты. Ага, потому что понял. Ты сможешь собрать всех. А мы в два идем танка или в три? В три, у нас медведь есть. Ага, ну значит вы вдвоем на боссе тогда. Да, главное здесь опять не тупить. Все, тактики рассказал? Да все знают, сказали. Где у нас шаман делся? Шаман, релок или потеря? Он вылетел. Заходит. Окей. Кто-нибудь ливнул там? Нет еще. Трефорд. Ну ладно. Чё, а где у тебя сакеты? Доспехи? Это. Кто будет собирать говно вот это из руки? Говно из руки будет Сунгард. Хорошо. Напол на него. Сейчас я метки расставлю на танк. Всегда я говно разбираю, заманали. Тупо руками, да. Что не говно, то сразу корова, она же срет, да? Не, корова не по навозу. Шеффорд, у тебя какие профы? Ваня, сам ты говно тип. Стопните, пожалуйста, вход. Шеффорд, какие профы у тебя? Алхимия, наложение чар. Алхимия, наложение чар, да? Плюс трава. Да. Окей, хорошо, смотри, я тебе отдаю пуху, с которой упала 232. С тебя получается 2 стака каменной настой бесконечной ярости, 2 стака. 2 стака каменной крови и 2 стака ледяного змея. Да ну нахуй, я неделю буду фармить, оставлю себе. Ну, ты нафармишь это все, но зато у тебя появился сейчас дамаг в рейде, и ты хотя бы что-то будешь давать. Но нет, только вот слишком это... много. Да хуя, что-то... А. Но условия выполнишь. А что вы делаете? И скинешь мне это все по почте, как бы, ну, напармишь стак, скинешь по почте. Что? А что не так? Что ты хочешь делать? Все? Все здесь? РДД. Так, хилы. Жребанки, вставай сюда. Никого нету кристаллов пропасти, 3 штуки с собой лишних.
Габенах сюда, красава. Так, Бармалюга, ты в ДД у нас? Пёрнул, вставай сюда. Два есть. Все, так, Холи Паладин, ты, в принципе, нормально стоишь. Так, РДД, Бэби Варл, вставай сюда. Бэби Варл. Дальше Шаман. Бармалей. Сюда. Следующий. Мак. Файв. Вставай. Так, задрулю. В принципе, тоже нормально стоишь. Летят доты и второй пивосямба. Вы вот с этой стороны стоите. Луч выносите. Ханты. Вы с той стороны все вдвоем. Только смотрите, когда трэш падает, вы отойдите, пожалуйста, назад, дайте, ну, ловушки поставили, отошли назад, дали на пул. Кто еще из РДД? Бокскул. Вставай, вставим, в принципе, вот сюда где-нибудь, между. Так, кого там еще, если я забыл, вы сами распределитесь по местам, чтобы луч грамотно выносить. Все, в принципе, даю РЧ на пул. Извините, перебью. Пацаны, там вы распыляли... Поздно, ладно. Понял. Я забираю. Отдайте БР по этому, Рагнаросу. Хил дайте сразу. А жребанки отдай БР. Мишка, ты не бьешь руку, ты со мной здесь стоишь. А кто ДК собирает, да? Да, ДК. Руку бьем. Все в руку играйте. Я после уешки встану. Она прошла, если что. Прибафните его. В руку, в руку, в руку. Мишка, скажешь, когда забирать? Когда с тебя скинется стак, тогда забирай. Больше через 7 бьем? Секунд. Через 3. Луч. Луч. Забирай. Мили зона отходит. Роги на пул, ханты на пул. Трапы. Все отошли. Ханты поставили трапы, сразу отбегали. На пул. Приз, дай ему этот зубы. Все РДД сыграли. Луч вынесли. Заебись, мне прилетело в ебасос, никто не хилил. Ну, окей, Кина. Берни, холосо. Вы убили? Все, играйте. Весь дамаг сыграйте в этот, пожалуйста, в тело пока. Хотя бы Рейн, холосо. Сразу по пул дайте ему, хорошо. Точно бафы дали. Сейчас рука появится. Забирай. В руку свичнулись. Все свичнулись в руку. В руку свичнулись, дайте Геру. Пул дамаг в руку заливайте. Прохил, прохил. Луч. Смотрим луч. Подняли. Пивосямба, дай этот им на хп быстро. Хорошо. Летят доты. Им на МП. Забирай, Мишка. 3 секунды. Хорошо. По руке больше бьем. Летят доты. Да, это гимн на ХП. На пулы дали, трапы положили. Мелизона отошла. Мели отошла. Куки там, дай массакру. Так, через 5 секунд заберу. Забираю. Луч вынесли, бокску на пух подняли. Быстрее забивайте этот... Босс играем все, босс играем. Все, сыграли в босс все.
кулдамаг босса. Все по местам встали. Ночь принесли. Пернул после ударной волны дождем на хп. Рука появилась, а все в руку свичнулись. Давай левую зальем, там пол хп у них. Давайте, все свичнулись в левую больше руку. Больше левую руку. Все в левую руку. Кого возьмут, забейте на него. Просто в левую руку играйте. После ударной волны дайте все этот транквил свои. А он нас жарит в правой руке. Вы выжили даже. Лян надрачивал, пиздец. Плечи кожаные, лифри. Ебать, я ща буду рвать, не так, чтобы их запах. Всё, белка сутулая, не кричи. Всё, пошли дальше, ребята, посмотрели, пошли дальше. Ружьё же только компат. На... Ружьё на хантов только ещё, да? Да. Да, подождите. Для компата, Кас. Ага, вниз, ты так, спускаемся, ребят, хорошо. Давайте, хватит слакать. Сейчас начну минуса вам давать за то, что вы слакаете. Банк стоит. Дай мне, пожалуйста, один кристалл пропасти, а пушку черную все сейчас. Я верну. Он у тебя комбат не спал? А, Серега? У меня? Спал. Да. Спал, сделай разрыв. У меня нет, у меня не спал. Там если огнестрелка упала, она идет по приору хантам. У холосо есть лук, отдаешь Акасию. Да, да, вопросов вот нет. Акаса. Не братишка, я же обещал тебе. Лови. Еще бы посохи так же не хантам шли, а котам и мишкам в первую очередь. А... Посохи все же ролят, типа по приору они не, ну хант посохом не бьет, правильно? Хан же посохом не бьет. То же самое, как и Рога, ну, не стреляет, да, пушкой. Ну вот. Холли палы. На Мишка посохом бьет. Пал надо тебе. А вы про тот посох, который упал с робота? Вообще про суть, что если в приор идут стрелятельные хантам, в первую очередь, ни Рогом, ни Варом. У нас так, да. У нас так. Ну то же самое, если в обратную сторону. Роги, коты. Это мутики или комбаты или хорошо, все? Хорошо, тогда что, древковое носить? Хотя на древковое блять, тоже... Блять, да вы чё, рофлите? 7-7-7-7! Вы вообще что ли нахуй? У вас битва полупокера, давайте три рерола кинули. Сука, дайте мне... Что это за пиздец? Мне кажется, это кинг. Лифри. По-моему, это один к миллиону. Блять, 89, ну пиздано. Давайте, пиздано. Блять, пиздано. Всё, пиздано. И постирайте мой... Плечь проебал, ёбаный. Лифри, блядь. Пошло на всё нахуй. Как играть? Я что такое, блядь? Всё, стопайте, флут. Блядь, ты неудачник. Пиздец. Всё, друлик в ДД или в ком-то там был. Эд, кушайте забираешь рыбу кому надо, чтобы я больше не стал. Эд, одного заберёшь, я второго заберу. Косты бьём, ДК, грипы, паладины, станы. Свою карту обратно отжал. Сейчас я заберу всякие метки, расставлю. Звездочку играем в Риоле все. Таурен и стан ваш тоже проходит, если что, подкаст.
На ходера или на шатницу? Вставай, вставай, Габена. Куда вы побежали все? Убьем кого шатницу, потом пойдем. Типа, не будем оставлять вещи. Сейчас просто мобал убьем. Наверх поднимаемся все. Здесь больше телодвижений, чем находили, поэтому давай быстро убьем. Специализируюсь на убийстве кошатницы. Я и понёр, ты просто... так, что ты в один можешь просто убить. Тактика вся та же, что и в прошлый раз. Присты, пивосяб, пернул и этот, летят доты. Кидаете на себя антифир, после страха всех сразу диспелите. Сун, ты ловишь мобов. Там, как получится. И не забудь прожаться. В прошлый раз я сразу сдох. Я вчера Бокскоу... не сдыхал. Нет, я вчера зато сдох. При сразу при пуле. Бокскоу, дай по мне СС, пожалуйста. После убийства кошек всех, либо после убийства защитника, сразу, когда перебежали, все милики, все РДД, точнее, те, кто ханты, кидайте свои вот эти ловушки. Паладины все разливаете лужи, ДК кидаете лужи тоже. Роги можете вилки нажать, чтобы быстренько мелких кошечек слить вот этих. Дальше потом вливайтесь по боссу. У кого-нибудь есть на стеками на крови, пожалуйста? А в гильдии ж лежит. Лежит? Да. Он сбоку в квадрате поставил ГБ. Да, он в ГМке один лежит. Один. Только стой. Чё? Ты ледяного змея взял. Чё, в ГБ больше ничего не я только что пару чеков. Вы можете дать мне ледяного змея к 100. На, ГБ. А кто там про ледяного змея говорил? О, спасибо. Душите сами своего змея. Пожилого. Всё, даю РЧ на пул. Ребят, мы ж команда. Самара, Сунгард. Станьте в метку, что вы стоите там, бля, все? Что вы там делаете? Все стали в метку, мы с этого начнем, с трусов. Да, с трусов. Короче, сова, сюда беги. Сова, задрулю. Задрулю. И кучнее становитесь. На пол. Шуман, это там трепет. Меточки что в первую начинаем? Очередь сливаем, начинаем с кружочка. Трусы заливай теперь. Ромбик. Сейчас будет пир. Приготовьтесь. 3 секунды. 2. Пир. Сразу все продиспелили, все забежали в один. Кучу стали. Фрейм. Кучнее сбежали, сова, стоишь сзади, кастуешь. Пэтов, Локи, Ханды, смотрим за ними. АОЕ разлили. Защитник вышел. Даю стан. Отдал стан по защите. Все в него сыграли. Самара, дай стан. Пир. Продиспельте. Убежали ближе. Защитники отдали. Перебежали все. Трусы стали. АОЕ разлили под себя. Забери на себя босса. Больше АОЕ разливаем. Босса бьем. Защитника убили? Да. Жребанки, отдай БР по лихве. Хина, отдай БР по Рагнаросу. Не надо по мне БР давать, я фулл сломан. Защитник. Станы даем.
Все переключились по защитнику, игра Мауе развили под себя. Перебежал рейд, перебежал весь рейд. Стали в крест, дамажим. А мы луну типа игнорируем, да? Да, мы ее не проходим, мы третью, четвертую не убиваем защитника, босса бьем. Сразу всех продиспелили. Приготовили сейчас защитить. Поэтов там смотрите, что вот здесь себе. АУЕ разлили больше. Защитник вышел стан, дайте. А и стан. Еще один. Анте вибить можете, да? Побежал, весь рейд побежал. Побежал, побежали. Вы метку сразу стали? РДД, хилы все назад, самую последнюю метку стали, АУЕ по себе разлили. Все, последнего защитника мы не бьем. Бьем босса, фулл бурстом. Геру дали? Так, нет. Забивайте ее до смерти. Только при эфире старайтесь назад отступать, чтобы вас вперед не убить. И милики, максимально рейндж от них уйдите. Станы откатываются, даете защитнику. Лучше оставляйте на фир, когда фир будет, чтобы вы успели. Хорошо, да? Хорошо. Приспедали на себя этот зефир. АУЕ разлили больше. Все, стан дайте, кошки, стан дайте. Сейчас. Даю стан. Сова, прибеги обратно. Боссов убьем. А вы ее разливаем под себя. Дальше босса бьем. Фир приготовились, антифир присты себе дали, начинаем диспелить. Толстом защиту. Стоим дальше, блин. Сейчас вообще хорошо диспелим. Чей пэт там далеко стоит, Локи? Пэта сюда призвали? АУЕ разлили под себя? Больше АУЕ. Станы у кого откатились по защитнику, даем босса, дальше добиваем. Молодцы. Две головы. Выглядит красивая. Качи трансмог. Плащик себе забирай, у меня есть. Задрулю на голову, ролл кинул, сейчас мне нужно отойти на секунду. Все, моба не агрим, стоим, ждем. Разраливаешь. Хорошо. ДК паладин, и сейчас моб, когда прыгает вверх, дает стан. Так, кожа, голова, сил заклинаний. Вот сейчас что? Эрдрусовы. Эрдрусовы. Задрулю уже кинул, 44 ролл. Жибанки 69. Все что ли, у нас две совы и... Да, им двоим тогда даю все. Ну да, у нас два кота, okay. Сова и... Это Эрдру. Жибанки. Их все равно две, сова. Не парьтесь. Что у тебя плащик этот... У меня есть, себе это? Забирай. О, какие мы добросовестные. Ты бы радовался, а не наседал. Нагнетаешь, вот это делаешь, видишь. Стой, ты создай.
Все, моба пуляю, на куче никто не стоит.